Вам нужна компактная мышь для поездок с ноутбуком, но вы не чувствуете себя комфортно с мини-мышью? Или ваш домашний компьютер делит несколько человек, и каждый предпочел бы иметь мышь под свою руку? Тогда лучшее решение – это G-лазерная мышь Transformer фирмы Afotech модели X666E. Одним движением ее длина увеличивается или уменьшается ровно настолько, сколько необходимо, чтобы мышь комфортно лежала в вашей руке. Длину выдвигающегося кабеля также можно отрегулировать вручную. В сложенном состоянии модель легко умещается в сумке рядом с ноутбуком. Инновационная запатентованная технология G-Laser позволяет мыши Afotech X666E работать на любой поверхности, в том числе и на матовом стекле. Для этого на поверхности необходимо оставить несколько отпечатков пальцев, поэтому в поездках можно легко обойтись без коврика. Уникальная кнопка «Двойной клик», расположенная рядом с колесом прокрутки, повышает эффективность в работе и экономит рабочее время. С ее помощью вы откроете файлы и программы одним нажатием. Разрешение оптического датчика 1000 dpi. Интерфейс подключения USB. Количество кнопок 4 и колесо прокрутки. Мышь совместима со всеми операционными системами. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.